Помимо узких специалистов, невролога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога и других, этой осенью в рамках Дня здоровья можно пройти обследование на новом портативном УЗИ-аппарате, сделать триплексное сканирование сонных артерий. Врачи рекомендуют этот вид обследования всем пациентам старше 50 лет. Отличный переносной аппарат, мобильный, очень удобно все на нем посмотреть, сосудистым исследованием. Мы проверяем сонные артерии на предмет патологии, избитости, там, бляшечек, стенозирований. То есть очень информативное обследование, неинвазивное, высокоточное. И сложность, конечно, у людей выбраться в город, а мы вот на месте их смотрим. Дня здоровья Алла Берген ждала с нетерпением. Просто себя проверить. Раз в год вот приезжают к нам специалисты, и проверяемся. Все хорошо, все нравится. Не каждый сможет поехать в город, не каждый там очередя такие. Здесь можно все проверить на месте. Хорошо. Это очень нужно даже. Спасибо тому, кто вот это придумал. В этот день обследования прошли более 200 человек. Главврач Гайкадзорской амбулатории Алексей Федотов отмечает, что явка по-прежнему высока. Жителям уже полюбились такие выездные приемы. Это значительно облегчает, потому что у нас существует так называемая диспансерная группа, то есть хронически больные люди. И им необходимо обследование, вот такое полное обследование с периодичностью раз в полгода. А здесь все на месте. Ну, люди как бы маломобильные, кто-то хромает и так далее. Им очень удобно. В следующую субботу выездной день здоровья пройдет для жителей станицы Анапской.